Всем привет! И сегодня Данька открывает яйцо для мальчиков и отдает маме капсулу. Не отдает Данька маме капсулу. Почему? А я тоже хочу. Поехать купить? Ну давай я эту открою, а потом мы поедем еще купим. Тот случай, когда жадность превыше всего, да? Ну-ка, а ты мне для мальчиков это? Так, ну тогда, ребят, у нас сегодня челлендж. Да, лол для девочек открывает Данька, а лол для мальчиков открываю я. Нет. О, показывай, что там, скорее открывай. Такую капсулу мы еще не открывали. Подожди, не зубами. Подожди, дай сюда. Да ты посмотри, какой жадный. А, да, дай сюда. Давай, открывай. Вот, будем скорее смотреть. Она синего цвета. Она еще синего цвета. Нет, не синяя, она голубая. Очень мощная. Понимаем в цветах с тобой? Да подожди, ты опять зубами. Да что ж такое? Это не Данька, а у нас настроение хорошее. Вот на улице немножко и тучно у нас. Так, вот такая крышечка. Что там еще? Давай помогу. Ну давай, она же сложно открывается. Выглядит она вот так. Красиво, конечно, так прозрачненько. Там все такое, дай стеклышко. Давай сюда, давай. Так. Мама. Вот. Все просто. Как бы дверь есть ногти. Держи. Что это такое? Я и синий. Это пакетик. Это в этом пакетике. Какие-то подарочки, чудеса. Так, а еще здесь есть у нас вот такая инструкция. Сейчас мы ее раскроем, посмотрим. Вот такие куколки. Ой, она попалась, нам попалась. Что нам попалось-то? Что-то мы здесь и не видим. Оп. Где та, которая нам попалась? А я вот... Вася! Вася! Вася, смотри. А ну-ка давай. Так это платье русалочки. У нас лол русалка. Вау, круто. Очки у нее есть, так. Что там еще есть? На, посмотри в капсулю. Доставай, что там наклеечки какие. У нас вот такое платьишко красивое, желтенькое попалось. Маленькие такие туфельки классные, синенькие. Расческа вот такая вот прям для принцесс с цветочком. Так, есть зеркало. Есть бутылочка. Зеркало. А что это? Лупа. Блин, зачем лупа? Это зеркало. Давайте представим, что это зеркало. Так, есть еще вот такие очки. Прикольные тоже. Мне вот это больше всего, конечно, этот костюм понравился русалке. Давай померяем, покажем, как в костюмчике будет куколка выглядеть. Сейчас, подожди. Вот такая вот милая у нас лолочка-русалочка. И вот еще есть вот эта шапка. Сейчас вот мы шапочку еще оденем. Она русалочка. На голове у нее, ну, скорее всего, этот вещь для головы, очки, потому что на шапочке очки. И такой костюмчик с хвостиком. Класс. Вот такая вот у нас капсула. О, попалась. Вот эта интересная верхушка не снимается. Слушай, она должна сниматься, и там еще что-то есть. Да-да-да. А, так знаешь, вот что, смотри. Там на кнопочку вот нажимаешь, и оно играет и светится. Это музыкальная капсула. Ты смотри, она там стоит. Давай ее туда поставим. Вот, смотри, куколка. Ставим, смотри. И она вот там играет музыка и светится там лампочка на потолке. Так что это получается музыкальная у нас капсула. Она не открывается. Доставай. Там должен быть вообще, нам в магазине сказали, большой мальчик, у него на голове будет там шляпа или кепка, ну не знаю, тут нарисован какая-то. Усы. Да, усы, мяч, сумка. Тут целая куча всего, что тут наклеить?
Что это? Ну показывай, показывай. Вот сюда ложи. Очень интересно посмотреть. Так, это получается шляпа плюс мальчик плюс усы. Это вообще, это просто этикетка, это не наклейка. Вася. Да, рубашечка там должна быть. Давай сюда, я открою, помогу дальше. Давай, снимай. Что там еще есть? Показывай. Синяя! Подожди, я вот видела. Нет, вот она, да. А вот и усы. Вот эти усы можно, кстати, на мальчика приклеивать. Не знаю, правда, как это будет выглядеть, конечно. Ну, посмотрим. Синий у нас такой крутой шар. Воу. А что есть? Что никак? А что есть? Потому что ты жадничал, мне не давал. Давай сюда, я тебе помогу. Все. Вот видишь как? Держи, держи, скорее. Так, давай сюда, я буду пакетики открывать, а ты их доставай. Смотри, вот один пакетик. Держи, доставай, что там пакетиками показывает. Вот такая шапочка. Кстати, у нас никогда такое вот не попадалось. Лоу-бой на ней написано, вообще круто. Так, держи. Показывай, что там. Это бутылочка с соком. Вот сюда ставь. Вот. Получается две уже, да, у тебя бутылочки? Одна с девочкой у нас попалась, с русалочкой. И вот от мальчика вот такая. Интересно, прошу обратить внимание, у девочки голубая бутылочка, синяя, у мальчика розовая. Такое, наверное, это как у Кока-Колы может быть. Я видячу. Ого, да, держи следующий, открывай. Трусики зелененькие, вот сюда ставь. Нет, трусы. Да, мама сказала, ставь трусы. Нет, ложи трусы. Нет, трусы. Давай дальше. Ну-ка, давай я открою следующий пакетик. Вот такой у нас мальчишка Лол. Сейчас мы его соберем. Вот такой мальчишка Лол. Только это вот либо кажется, либо голова реально всего по цвету не подходит. Почему так это так? Покажи мне. Это мячики там. Сейчас мы открываем инструкцию, смотрим, что у нас тут такое могло произойти. Ну вот, вообще они как бы по цвету должны быть вроде более-менее одинаковые. О, Данилка мячики уже открыл. Ух ты! А что это мячиков? Там брюки. А вот это мячики. И еще брелок. Нет. У нас такие два брелочка. Получается два мячика. Мячики, кстати, классные. Вот такая вот шляпка для нашего мальчишки. Только голова слишком белая. Прям совсем белая. Вот. Ну, я вообще не знаю, что сказать, почему он другого цвета. Данил все собирает. Ребят, мы сегодня распаковывали Лол, две капсулы. Одна для девочек, одна для мальчиков. С Данилкой немножко подрались, да, Данилка? Потому что Данилка не давал своих Лол. Капсула у нас попалась классная, вот такая светящаяся, музыкальная, вообще очень понравилась. Вот так еще раз показываю. Внутри она выглядит. Понравилось? Подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, ставьте нам лайк, пишите обязательно комментарии. Пока-пока.